последними событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. 8 июня в России отмечается профессиональный праздник социальных работников. Людей с добрым сердцем и невероятным терпением. 4 июня в подъезде жилого дома на улице Заводской было обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве задержан. 8 июня свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых гуманных профессий. Наша съемочная группа в этот день побывала в двух социальных учреждениях региона – комплексном центре социального обслуживания населения, Пустозерском доме-интернате. Александра Литкова продолжит тему. Ульяна Сезоненко с будущей профессией уже определилась. Девушка планирует получить образование психолога и работать с детьми. Говорит, летнее трудоустройство в комплексном центре социального обслуживания – хорошая возможность получить начальные навыки. В основном я сижу с документами, перебираю их по группам разным в разный промежуток времени, а потом их подшиваю всех. Еще также помогаю здесь психологу Марии Юрьевне, схемки для детей рисую, с детьми, собственно, сама тоже сижу иногда. Стоит отметить, школьники подрабатывают здесь каждое лето, а сотрудники центра всегда остаются довольными их работой. Курируют ребят социальный работник с 25-летним стажем Татьяна Присяжная. Девочки к нам и мальчики приходят к нам на практику, как, например, с авиатехникума помогают нам. И вот приходят такие 14-летние, 15-летние летом работать. Они, конечно, все молодцы, очень хорошо помогают. И вот в данном случае Ульяна очень исполнительная девочка. Она буквально схватывает все на ходу. В систему социального обеспечения, помимо органов соцзащиты, комплексного центра социального обслуживания, также входит дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов. Сейчас здесь проживает 80 человек, уход за которыми осуществляет 6 сотрудников. Наши проживающие, наш коллектив – это одна семья. Невозможно быть равнодушным к судьбе. Нужно либо в этом вариться, либо нет. Либо здесь не работать, потому что по-другому никак. Нужно обязательно вложить. Есть очень такие сложными судьбами люди, да? Есть вот они же, кто-то из них без ног, без рук, какие-то вот свои эти. И поэтому и по характеру очень сложные. Но чем сложнее, тем интереснее. Для меня, по крайней мере. И для всей вот моей такой команды. Как отметил председатель окружного парламента Александр Лутовинов, в системе социального обслуживания работают неравнодушные специалисты, которые воспринимают свою работу как призвание всей жизни. Это люди, которые особый формат. Это люди, которым присуще величайшее терпение, сострадание. Это не каждому дано, потому что могут люди разумом это понимать, но порой не так просто это сделать. Поэтому это особое качество человека, особое качество души. Глава региона Юрий Бездудный поздравил сотрудников социальной сферы на рабочих местах в комплексном центре социального обслуживания. Свои награды в торжественной обстановке в этот день получили лучшие представители этой сферы, а также ветераны отрасли. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». И в продолжении темы. В социальной сфере работают люди с добрым сердцем и невероятным терпением. Каждый день они спешат на помощь к тем, кто в этой помощи нуждается больше других. О героических буднях соцработников в сюжете Елизаветы Кабановой. Социальная работа несет множество трудностей, не только физических, но и моральных. Но даже несмотря на все это, есть люди, которые рождаются с этим призванием. И такой человек есть и в Нарьян-Маре. Елена Чупрова пришла в профессию 10 лет назад, но ее глаза все еще горят, когда она рассказывает о своем выборе. Вы знаете, я очень уважаю старость, потому что у меня у самой семьи очень много стариков, которые даже так же находятся от меня далеко, живут в других городах, в других поселках. И, в принципе, вот они так же вот нуждаются, как эти вот люди. И я всегда была добрым, отзывчивым человеком, поэтому это, наверное, мое призвание – помогать людям старшего возраста. Под опекой Елены 9 человек. С некоторыми из них она уже 10 лет вместе. Другим помогать начала недавно, но ко всем относится одинаково душевно, пытаясь найти подход и стать близким другом, который всегда выслушает и поможет. С Клавдией Литковой Елена работает уже 5 лет. За это время они очень сблизились. Новенькая придет, так что новенькая, что я буду ей, что буду говорить ей? Как мне хорошо, как мне плохо, что ли. Та не поймет меня. А тут уже столько лет живем, как уже мы свои, как дочь.
Подопечные очень привыкают к своим социальным работникам, поэтому период отпусков переживают очень тяжело. Вы понимаете, они уже становятся нам как близкими, как родными людьми, потому что бывают моменты, вот, там уходишь ты в отпуск, да, или еще куда-то, вот предупреждаешь, вот их вот, вот у меня отпуск, я поехала там отдыхать. Они начинают переживать, как мы будем без тебя, а кто к нам придет? Говоришь, придет другой соцработник, ой, да как я буду с ней, а вот это. Елена навещает своих подопечных два раза в неделю. Помогает им с обязанностями по дому, оказывает медико-социальные услуги, да просто старается поддержать и быть рядом. У нас есть бытовые услуги и медико-социальные. Ну, в бытовые входит, это значит, уборка помещения, да, там, например, помыть посуду, квартиру убрать, также помочь бабушке там принять душ, потому что у нас есть люди, которые действительно не могут себя обслуживать. И тогда приходим вот мы и помогаем. Также постирать белье мы можем, приготовить, кушать, ну и так далее. А медико-социальные услуги, это, конечно, мы их сопровождаем, медицинские учреждения, приобретаем их лекарства. В числе медико-социальных услуг есть и реабилитационные программы. Также социальные работники помогают бабушкам и дедушкам с оформлением документов для субсидий и льгот. Но, как признается Елена, работа для нее не в тягость, скорее наоборот. Когда ты находишь контакт со своим подопечным, в принципе, работать очень хорошо, Я, в принципе, не считаю, что мне сложно работать с ними. Я очень рада с ними работать. И у нас как-то все само по себе складывается. Все идет спокойненько, ровненько. Они всегда у меня вовремя обеспечены всем продуктами питания, лекарственными препаратами. У них постоянно сделана уборка, оплачены коммунальные услуги. Ну, в общем, все, что входит в мои обязанности, я стараюсь им сделать все это вовремя. Елена – сотрудница отделения социального обслуживания на дому Комплексного центра социального обслуживания населения. Помимо нее в городе обслуживают население еще 4 социальных работника. 8 социальных помощников трудятся в селах округа. Под их опекой находятся 96 человек, которым требуется помощь социальной службы. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Задержан подозреваемый в убийстве сожительницы пенсионного возраста. Следственный комитет Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 105 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Местный житель 33 лет заключен под стражу. Он подозревается в убийстве 69-летней сожительницы пенсионерки. Как сообщает Следственный комитет, днем 4 июня в подъезде жилого дома на улице Заводской было обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщину задушили. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступление против собственности 33-летний сожитель потерпевшей. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков сожительница стала ему предъявлять претензии, что он живет на ее пенсию. Он попросил ее покинуть квартиру, пенсионерка отказалась. В порыве гнева он схватил ее за шею и вывел в коридор. Наступления ее смерти не желал. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Глава региона провел еженедельное оперативное совещание с руководителями органов власти. В ходе совещания обсудили темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в округе и преимущества сертификата о прививке для населения. В Ненецком автономном округе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В настоящее время привились вакциной более 9 тысяч человек, или 46% от плана, необходимого для выработки коллективного иммунитета. Еще в середине мая Ненецкий округ был полностью свободен от коронавируса. На лечение в стационаре и амбулаторно не было ни одного человека. Период отпусков показал, от короны округ не застрахован. Все чаще стали фиксироваться новые случаи заболевания. Инфекцию в округ завезли вернувшиеся с отдыха жители. Эти случаи стали причиной подъема заболеваемости COVID-19 в регионе. В стационаре окружной больницы в настоящее время на лечении находится 7 пациентов. Трое лечатся амбулаторно. Еще более 70 человек, контактировавших с заболевшими, состоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора. Эпидемия никуда не делась.
она есть, и мы продолжаем с ней борьбу, идет активная вакцинация. И вот сейчас период отпусков, когда люди собираются в отпуска, и как раз сертификат о вакцинации позволяет людям и свободно перемещаться по стране, и отдыхать в санаториях, пансионатах, домах отдыха. Действительно, привитые от ковида и получившие соответствующий сертификат значительно облегчают себе жизнь за пределами округа. Не только в плане отсутствия риска заражения коронавирусом, но и в свободе передвижений. Сертификат формируется автоматически у граждан, которые уже зарегистрировались на портале госуслуг. После введения второй дозы вакцины, после того, как медицинский работник занесет в федеральный регистр данные о второй вакцинации, автоматически формируется уже сертификат о вакцинации. Для того, чтобы его увидеть, в поисковой строке на госуслугах нужно забить «вакцинация» и выйдет сертификат. Со штрих-кодом, и в принципе с ним можно перемещаться. Этот сертификат используется при госпитализации в плановом экстренном порядке за пределы округа. Он принимается в санатории, если граждане поступают в санаторий. Напомним, сертификат о вакцинации можно получить при условии, если перед прививкой вы запишетесь в процедурный кабинет через портал госуслуги. Елизавета Кабанова, Алексей Орлов, телеканал «Север». Товарищеская встреча по футболу, приуроченная ко Дню предпринимателя, состоялась в эту субботу, 5 июня, на стадионе «Дюц-Лидер». В рамках спортивного мероприятия его организаторы провели благотворительную акцию «Мой бизнес помогает». Тему продолжит Катрина Тайбарей. Товарищеские встречи по футболу между командами органов власти и предпринимателями под патронажем Центра развития бизнеса становятся традиционными. В этом году футбольные баталии на городском стадионе в Нарьян-Маре прошли уже в четвертый раз. В год добра, объявленный главой региона в Ненецком автономном округе в 2021 году, организаторы спортивного мероприятия провели в формате благотворительной акции, в рамках которой все желающие могли принести подарки для детей. Мы проводим товарищеский матч, посвященный Дню предпринимателя, которое было 26 мая. В этом году мы немножко его перенесли в связи с погодными условиями. И в этом году мы приурочили также в рамках Года добра. Товарищеский матч у нас носит благотворительный характер. То есть каждая команда также участвует в акции «Мой бизнес помогает». Мы собираем подарки для детских учреждений. Это для Красных Крест, для ребят, для компании «Особое детство» и для детского дома. То есть первую партию мы уже, акцию к 1 июня уже партию подарков мы отвезли в детский дом. И вот сегодня на матче также команды принесут свои подарки, которые мы на следующей неделе раздадим нуждающимся. Перед началом матча каждая команда внесла свой вклад в огромную коробку с подарками для детей. Это и наборы для творчества, конструкторы, книги и многое другое, что обязательно понравится ребятам. В товарищеском матче по футболу приняли участие три команды. Это «Эдельвейск», «Коммерсант» и «Губерния». За «Губернию» играли в том числе руководители предприятий, депутаты городского совета и собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 26 мая был день предпринимательства. Сегодня играют три команды. Команда Центра развития бизнеса, команда органов исполнительной законодательной власти, к которой я отношусь. К сожалению, я плохо играю в футбол. Ну, не беда. И третья команда – команда предпринимателей. Пусть победит сильнейший. В любом случае, матч благотворительный. И мы окажем этим матчем помощь людям нашего округа. Коллега Максима Арбузова по депутатскому корпусу выступает сегодня на стороне предпринимателей. Ежегодно в этом мероприятие принимаем участие командой, за исключением прошлого года. В прошлом году по соображениям безопасности Роспотребнадзор нам не разрешил данное провести мероприятие. А так ежегодно. Самый главный приз – это добро детям. А то, что у нас товарищеский матч, как бы главное – участие. В благотворительном футбольном матче победила команда «Эдельвейс», сборная предпринимателей, обыграв «Губернию» со счетом 4-3. Катерина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В Ненецком округе прошла отчетно-выборная конференция региональной организации Всероссийского общества инвалидов. О принятых решениях расскажет Елизавета Кабанова. Отчетно-выборные конференции региональных организаций Всероссийских обществ проходят раз в 5 лет и становятся настоящим событием для членов общественных организаций и представителей органов власти, которые в конструктивном диалоге решают задачи, направленные на улучшение жизни всех категорий граждан в Ненецком автономном округе. Одна из таких задач – это создание доступной среды для инвалидов. Проект реализуется в регионе с 2016 года. На мероприятии подвели его промежуточные итоги. Формат конференции предполагает не только
только отчеты о проделанной организации работы за 5 лет, но и выборы органов правления. Здесь сегодня будут отчитываться контрольно-ревизионная комиссия. Мы снова создадим правление нашей организации, выберем новых членов контрольно-ревизионной комиссии, будет доклад о нашей работе. И, конечно, делегаты нашей конференции выскажутся, дадут оценку нашей работе. В период проведения отчетно-выборной кампании в регионах представители Центрального управления Всероссийского общества инвалидов выезжают на места для оказания методической помощи региональным организациям. Основная цель – это, во-первых, познакомиться непосредственно с данной организацией на местах, потому что, сами понимаете, работая в кабинетах – это одно, когда ты работаешь непосредственно, ты видишь, кроме отчетов и бумажной работы, еще видишь те условия, в каких работают люди. В ненецкую организацию входит более 800 человек, которые, несмотря на все проблемы со здоровьем, не сдаются и являются активными членами общества. В округе ведется работа по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Создаются рабочие места для их трудоустройства. Проводятся различные социально значимые акции и культурные мероприятия. Я открою секрет, когда встречаюсь с молодежью, я привожу в пример вот вас, вашу организацию. Вот так, как надо любить жизнь, так, как надо любить свою малую и большую родину. Ваша организация, она, кстати, одна из самых сплоченных и сильных в Ненецком автономном округе. И вы действительно, в значительной степени, конечно, Надежда Евгеньевна, Мария Анатольевна, весь ваш актив, вы делаете очень много. Вот вы поднимаете те пласты, которые действительно волнуют, прежде всего, вас и многих жителей округа. В ходе конференции делегаты переизбрали Надежду Ковалевскую на пост председателя Ненецкого регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Юные жители Ненецкого округа отправились в Артек. Дети, добившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, будут отдыхать на Черноморском побережье и получать новые знания. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. Ученица 11 класса Елизавета Панова уже не раз выезжала в различные детские центры, но в Артек она отправляется впервые. Каждый раз активный отдых для школьницы приносит много положительных впечатлений. Мне очень нравится, потому что ты заводишь новых друзей, новые компании, также ты получаешь много новых знаний, потому что проходит очень много интересных разных занятий, например, походы или различные задания по вязке узлов и так далее. Из Ненецкого округа в Артек отправились 5 ребят. Один из них – Егор Пунанов. Мальчик также активно участвует в общественной деятельности. Отправляясь в Артек, Егор, помимо интересного отдыха этим летом, хочет расширить свои навыки игры на баяне. Я взял ноты, чтобы потом после Артека поехать к бабушке, у которой есть баян, и играть. Несмотря на радостные лица детей, родители ребят все равно волнуются, а также надеются, что их дети проведут время классно и с пользой. Настроение у нас хорошее. Ждем от лагеря только хороших впечатлений. Есть волнение, потому что мы в первый раз отправляем сына. Поездка школьников на Черноморское побережье реализуется в рамках мероприятий государственной программы, нацеленной на организацию отдыха в климатически благоприятных регионах России для детей, проживающих в арктических субъектах. Мы командировали в Артек 5 детей. Дети, которые проживают на территории округа и которые поедут в один из лучших центров развития детей Артек. Это первый шаг, впервые вот такое мероприятие проходит. И нам очень важно о том, что максимально использовать возможности федерального бюджета. Эту задачу ставит перед нами и губернатор, перед сенатором. Поэтому то, что сейчас дети отдохнут в первой смене в Артеке, это очень хороший и положительный шаг в этой работе. На сегодняшний день региону выделены 20 путевок в Всероссийский детский центр «Океан», 52 путевки в центр «Смена» и 10 в Артек. Кроме того, дети поедут в «Орленок». Василий Хатанзийский, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи.